Слушайте, будущие века, говорит мой век одинокий, изуродованный, осужденный век. Мой подзащитный своими руками разрывает себя на куски. Лень, скажи им, говори громко и ясно, скажи им. Франц. Скажи им. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Герой моей новой истории – атлет, эрудит, искусствовед, мыслитель, пианист, драматург и актер. Да, как же это я забыл. В общем, тот человек, в которого были влюблены самые красивые женщины 20 века. Да, он потомок древнего рода, истинный аристократ. Но знаете, честно говоря, я устал перечислять. Что плохо в благородных аристократах, они стопроцентно предсказуемы. То есть до конца верны своим идеалам и сохраняют безупречную репутацию. Истинные аристократы интересуются всем понемногу и часто добиваются успеха в разных сферах. Их единственное призвание – оставаться аристократами, отростками старинного европейского древа. Оно, конечно, порядком захерело, это древо, но все-таки внушает почтение, особенно отдельные его ветви. В частности, Максимилиан Шелл. Атлет, эрудит, искусствовед. Замечу, кстати, что Максимилиан часто прикидывался альпийским пастушком, воспитанным коровами под печальные звуки свирели, чтобы не привлекать внимания, я так думаю. И это как минимум кокетство. Хотя... впереди целая история, и я дам вам шанс составить свое мнение. Итак, Максимилиан Шелл родился в Вене в семье драматурга и актрисы. Мать актрисы, несмотря на голубую кровь, была активной социалисткой. В 1938 году прошлого века она открыто осудила аншлюз с гитлеровской Германией, после чего Шеллы в полном составе, мать, отец и четверо детей, бежали в Швейцарию. Страна часовщиков и банкиров гостям не обрадовалась, и поэтому прошлая столичная жизнь теперь представала перед Максимилианом сказочным воспоминанием, в котором главной проблемой Макса был выбор между лимонным или яблочным пирожным. К слову, обычно он получал и то, и другое. Шелл дебютировал на сцене в 4 года в пьесе своего отца. Мать мальчика была режиссером этого спектакля, то есть семейный подряд. По сюжету Макс должен был танцевать с девочкой, изображавшей фиалку. Но в последний момент выяснилось, что ему придется танцевать с тыквой. И Шелл отказался выходить на сцену. Он громко заревел. Мать пригрозила, что оставит его без ужина. Не подействовала. В итоге Макс победил. Фиалка вернулась, и они вместе вышли к публике. Затем Шелл произнес свою единственную реплику: «Я не цветок, я трава». Раздались аплодисменты, самые громкие из тех, что когда-либо звучали в моей жизни, позднее вспоминал актер. В его глазах все последующие достижения будут проигрывать этому самому первому триумфу. Часто Шелл сравнивал себя с альпинистом, который вместо того, чтобы подниматься на гору, спускается с нее. «Грустно это как-то», – подчеркивал Макс. После падения Третьего Рейха Шеллы отыграли свои позиции. И для Максимилиана наступил период так называемого «сладостного безделья». Хотя постоянным раздражителем и нарушителем этого безделья была его сестра. Сестра стала актрисой, как мама. И действительно, Мария Шелл успела к тому времени прославиться на подмостках Цюриха, Вены и Берлина. А с 42 года начала даже сниматься в кино. Их постоянно сравнивали, Макса и Марию. И всегда не в пользу Макса. Ну что ж, пришлось и ему отправиться в драматическую студию. И это было ужасно. Максимилиан снимал стресс, катаясь на горных лыжах в обществе друзей и родственников. После катания пили глинтвейн в лыжной хижине и танцевали вальс, не снимая громоздких ботинок.
Все как обычно. Женщины злословили, мужчины хвастались достижениями на любовном фронте. Шелл скромно помалкивал. Хороший глинтвейн согревает не только тело, но и душу. И один раз Макс расслабился настолько, что задал мучивший его вопрос. Как обращаться с женщинами? Индивидуально или по определенной схеме? Индивидуально, по определенной схеме, смеясь, ответил муж Мари Шелл Хорст Хэшлер. Самодовольный болван. Судя по всему, женщины любят бодрых идиотов. Индивидуально, по определенной схеме? Это надо записать. Максимилиан почувствовал у себя задатки драматурга. А вдруг? И действительно, Шелл сочинил несколько пьес. Одну из них даже поставили в Цюрихском театре. Мария Шелл пьес не писала. Поэтому в этом случае с ее стороны Максу ничего не угрожало. Вскоре увлечение драматургией сошло на нет. Дело было нудное и в целом неинтересное. Однако посещение театральной студии и попытки подражания сестре незаметно для Макса выросли во что-то стоящее, реальное. То, что получалось. Он стал все с большим удовольствием ощущать себя актером. Большим актером. Шутка ли? Он даже стал искать свою тему, так сказать, в искусстве. И что удивительно, нашел. Борьба между совестью и официальной догмой, или по-другому, ложно понятым долгом. Первая кинолента с участием Максимилиана Шелла называлась «Дети, мать и генерал». Действие разворачивалось в Германии в конце Второй мировой войны. Группа подростков убегала на фронт защищать Фатерланд. Им навстречу в противоположном направлении двигался дезертир, которого играл Шелл. Это русские танки избавили солдата от детских иллюзий. Солдат прозрел, воткнул штык в землю и был расстрелян фельджандармами. Вот и тема – борьба между совестью и официальной догмой. Роль как специально для Шелла. Ведь он мечтал о мире во всем мире. Тут, к слову, будет случай из детства нашего героя. Двоюрный брат как-то взял его с собой на охоту. Макс увидел лису в прицеле винтовки и прослезился. Лиса была прекрасна. Выстрелить он не смог. Попросил выстрелить брата. Ведь сентиментальность еще не доброта, не так ли? Фильм «Дети, мать и генерал» разжалобил интернациональное жюри и удостоился премии «Золотой глобус». Старейшее агентство по поиску талантов Уильям Моррис регулярно сканировало Европу на предмет актеров, потенциально конкурентоспособных на американском рынке. В 57-м они обнаружили Максимилиана Шелла. Его пригласили в Париж на встречу с Марлоном Брандо. Макс приехал, и оказалось, что Марлон ждал не его, а женщину Марию Шелл. Заказал столик в ресторане, ну, естественно, свечи, и вдруг на тебе. Оба почувствовали себя крайне неловко. Тем более, что Шелл плохо говорил по-английски, а Брандо не знал немецкого. Объяснялись жестами. Постепенно обстановка разрядилась, и в конце вечера Брандо предложил Шеллу стать его партнером в фильме «Молодые львы». Ну, хоть что-то, что могло бы сгладить неловкость. Итак, фильм «Молодые львы». Максимилиану досталась роль фанатичного гитлеровского офицера. Брандо играл его строптивого подчиненного. Не знали, на что идете, становясь солдатом? Вы подписали контракт и согласились убивать. Я думаю, что невозможно переделать этот мир такими грязными методами. В условиях боя я должен был бы застрелить вас за такое поведение. И я бы это сделал. Мне следовало вас пристрелить. Что? Я сказал, что я должен был вас пристрелить. Я и сейчас должен это сделать. Книтесь! Вы себя ненавидите. Когда фильм «Молодые львы» вышел на экраны, авторов обвинили в героизации нацистов. Повод? Персонажи Шелла и Брандо получились по-своему симпатичными парнями. Шелл, благодаря роли капитана Харденберга, получил от голливудских студий в один месяц 18 предложений подряд. Но первейшая добродетель актера – умение ждать.
Максимилиан отверг все 18 однотипных ролей и не работал в кино аж 3 года. Чем занимался? Да пустяками. К примеру, Гамлета играл на сцене. Его же тема, кстати. Борьба между совестью и официальной догмой. В общем-то, он действительно не особенно заботился о своей кинокарьере. Был как-то далек от всей этой возни. Стоит, наверное, позавидовать. А в 61-м Максимилиан Шелл, как ни в чем не бывало, решил вернуться в кино. И выяснилось, что его не забыли. И это было приятно. Слишком просто обвинить одного человека. Обвинить германский народ в том, что он, ссылаясь на червоточину немецкого характера, допустил пришествие Гитлера. И в то же время не замечать червоточины у русских, договорившихся с ним, и Черчилля, и американских промышленников. Роль адвоката Ганса Рольфе Шелл сыграл 2. Сначала в телефильме «Нюрнбергский процесс», затем в одноименной полнометражной кинокартине. Съемками полнометражной картины руководил Стэнли Крамер, известный обличитель общественных пороков. В этом смысле скользкая тема геноцида и политического террора полностью отвечала его вкусу. ...1948 год. В Нюрнберге слушаются дела юристов, служивших нацистскому режиму. То есть не садистов, не упырей, а клерков. Молодой и амбициозный адвокат Ганс Рольфе уверен, что его коллеги невиновны. Надо заметить, у него почти получается. Режиссер Стэнли Крамер традиционно делал ставку на актерский ансамбль. Картина «Нюрнбергский процесс» не исключение. На съемочной площадке собрались крупнейшие звезды Голливуда. Ланкастер, Монтгомери Клифт, Марлен Дитрих, Спенсер Трейси и один скромный швейцарец Макс Шелл. Макс, впрочем, не растерялся и воспринял все как должное. С элегантной иронией и несколько отчужденно. Прошу вас, отвечайте только по существу вопроса. Скажите, могло быть так, что судья носил свастику и при этом работал на благо своей страны? Нет. Это было невозможно. Доктор Вик. А себя вы ответственным не считаете? Максимилиан Шелл. Американская киноакадемия наградила Шелла Оскаром. «Ну, наконец-то меня перестанут называть младшим братом Марии Шелл», — обрадовался актер. Впрочем, он быстро опомнился и принял равнодушный вид. Человек с хорошей родословной, интеллектуал, презирает всякую мишуру, особенно ту, которой так дорожат недалекие янки. Шелл всюду подчеркивал низкую эрудицию этих янки. Поводов, кстати, было достаточно. Одна молодая американка спросила Максимилиана, кто его любимый композитор. Он назвал Моцарта. А как это пишется, вы не скажете по буквам? Спросила девушка. Нет, это не моя страна, подумал Шелл. Но все равно остался в Лос-Анджелесе. Ну что ж, это, так сказать, внутреннее сопротивление, очень по-европейски. И капитал приобрести, и невинность соблюсти. И, кстати, свой Оскар Максимилиан передал Франкфуртскому музею кино со словами «давно мечтал от него избавиться», что и следовало доказать. Счета. Приглашение на концерт авангардной музыки. О, сценарий. Еще один. Наверное, для сестры. Нет, не для сестры. Кто-то рассчитывает, что я сыграю женщину? Ну, не будем торопиться. Так, что у нас дальше? Это снова сценарий. Переделка Куросавы. Вестерн? Немецкий продюсер Хельман. А режиссер итальянец. Итальянец и вестерн. Ох, все-таки удивителен мир. Режиссер-итальянец – это лотерея. А в комплекте с немецким продюсером это вообще какой-то анекдот.
Эти мысли друг за другом возникали у Шелла в голове, пока он читал сценарий фильма «За пригоршню долларов». Главный герой – одинокий ковбой, стравивший две криминальные группировки. Его поступки не мотивированы, он просто убийца. Без прошлого, будущего. Как это играть? Надо придумать, что ответить милому господину Хельману, сказал сам себе Максимилиан, и действительно задуматься. А значит так, мистер Хельман. В Мюнхене проходит выставка Макса Эрнста, и там есть одна замечательная картина, которую мне бы хотелось иметь. Если вы ее приобретете для меня, то я уж, пожалуй, снимусь у вас. Вот так Шелл одновременно продемонстрировал свой интеллектуальный уровень, притворился недотрогой и вместе с тем не отказал. Да, дипломат. На следующий день продюсер отправил на выставку сына с чеком. Но полотно уже было продано. Вот поэтому, можно сказать, из-за чистой случайности вместо Шелла в фильме сыграл американец. Малоизвестный телевизионный актер Клинт Иствуд. Иствуд не ставил условий. Ему было все равно. В итоге Иствуд прославился на весь мир. А что Шелл? Шелл сохранил достоинство. Вы думаете, это позерство? Ну, вряд ли. Шелл просто следовал своим принципам. Вот они. Фильм делает режиссер, актер – инструмент в его руках. И поэтому главное не связываться с подмастерьями, какими-то незнакомыми итальянцами. Другое дело – заслуженные мастера, моралисты, Крамер, Де Сика, Люмет. Максимилиан говорил с ними на одном языке. По крайней мере, они понимали его, если он отказывался играть эпизод, в котором не видел смысла. Или хотя бы притворялись, что понимают. Да и персонаж, к примеру, персонаж Шелла из картины «Затворники». Франц фон Гербах. Не какой-то одинокий ковбой, а сын промышленного магната, бывший офицер вермахта. По документам Франц числится погибшим на фронте, а на самом деле сидит на чердаке отцовского дома и рисует на стенах сцены пыток. Отчаявшийся и затравленный человек. Фашистский палач и одновременно жертва фашизма. А вы знаете, чем вы рисковали, входя сюда? Знаете, сколько лет я не видел ни души? Откуда вы знаете, что я не сорву с вас это предательское платье и не стану рвать зубами ваше тело? Я это знал. Так и знал. Так и знал. Опять назад. Хотя даже работая над интересными ролями, Максимилиан все равно находился в споре с собой. Как говорится, был терзаем сомнениями о так называемой верности своего пути. Как-то раз в интервью Шелл сравнил актеров с проституткой. Нам приходится продаваться за еду. При желании Макс бы мог оставить это занятие, но он уже втянулся, и ему даже нравилось чувствовать себя дорогой куртизанкой. А когда он хотел власти, садился в режиссерское кресло. Да, и такое было. Как режиссер, Шелл снимал то, что обычно называют фестивальным кино. Кино для критиков и призов. Высоколобое, с претензией на оригинальность и коммерчески бессильное. Как режиссер, Шелл часто конфликтовал с продюсерами, если те не сбегали от него раньше. Режиссерским дебютом актера стала весьма интересная экранизация повести Тургенева «Первая любовь». Снималась картина «В Венгрии». В кадре появился даже знаменитый драматург Джон Осборн. Он появился в образе поэта Майданова и декламировал стихи, минуточку внимания, Евгения Евтушенко. Да, в 19 веке и Евгения Евтушенко. На мой взгляд, лучше всего это получилось бы в тени развесистой клюквы. И для себя Максимилиан приберег в этом фильме роль. Роль отца. Самая таинственная и противоречивая фигура во всей этой замечательной истории.
Вообще, Шелл действительно достаточно вольно обращался с элементами так называемой исторической достоверности. То есть развесистая клюква не смущала его. Это была форма, а он предпочитал углубляться в содержание. В 86-м ему еще раз представилась возможность углубиться в содержание, не обращая внимания на форму. В 86-м снимался сериал «Петр Великий». Кстати, первый иностранный сериал, снятый на территории Советского Союза. Русскую историю опять приготовили в европейской посуде, но уже по американскому рецепту. Она потеряла полезные свойства, но выглядела весьма аппетитно. Лоуренс Оливье в роли короля Вильгельма III, Омар Шариф в роли князя Рамадановского и Максимилиан Шелл в роли Петра. Снимали большей частью в Суздале, где с документальной точностью был воссоздан Кремль Петровской эпохи. Шелл недоумевал, почему русские так относятся к аутентичности. Есть, в конце концов, понятие художественного вымысла, допущения. Это ненормально, когда симпатичная женщина, опять-таки художник по костюмам на киностудии «Мосфильм», бьется в истерике и кричит, что не пустит его на площадку в современном шарфе. «Петр не может носить такой шарф!» – кричит она. «Ну почему не может? Он свободный человек! Прогрессор!» При этом взгляд актера часто останавливался на партнерше, русской, игравшей первую супругу Петра. Макс знал, что у нее труднопроизносимая фамилия Андрейченко и чарующее имя Наталья. Она была единственным человеком в группе, кто много смеялся. Все это очень напоминало авантюру – украсть загадочную северную красавицу и увезти с собой в родовое поместье. После свадьбы, которую афишировали как великое достижение демократии, супруги виделись в среднем раз в полгода. А все остальное время проводили на работе, часто в разных частях света. Их отношения не спас даже общий ребенок. В 2005-м Шелл и Андрейченко официально расстались. Святой Павел сказал, нет уже иудея, ни язычника, все вы одно во Христе. Святой Павел не был женат. Да. Он сказал, жениться хорошо, не жениться лучше. Чуть позже Шелл стал заниматься постановкой оперных спектаклей и несколько охладел к кинематографу. Он пришел к мысли, что в начале века люди были правы, причисляя кино к низкому жанру. И даже 100 лет не сделали кино выше. Другое дело – опера. Думаете, опять позерство? Кто знает. Деревянная хижина в австрийских Альпах. Воздух, который можно пить. Прапрадед Максимилиана Шелла использовал эту хижину для ночлега, когда охотился на вальдшнеп. А теперь здесь поселился сам Максимилиан. Софа, кровать, стол с 4 стульями. Водопровода нет, зато чердак забит книгами. И спрашивается, зачем возиться с ванной или душем, если за порогом горный источник? Шелл демонстративно пренебрегает материальными ценностями. Он живет отшельником. Не то чтобы ему опротивило общество, скорее им движет чисто академический интерес и отчасти инерция. Все ждут от него самоотречения, философскую углубленность, продолжение великих традиций. И Шелл оправдывает ожидания. Если хотите, он исполняет свой долг. Долг истинного аристократа духа. И выполняет честно. And here in the gloom of my lonely room, we're dancing like we used to do, making believe is just another way of dreaming. So till my dreams come true, I'll whisper goodnight, turn out the light and kiss my pillow, making believe it's
you.